Народ, всем привет. Привет! С вами снова мы. Дикая жара, у нас все футболки уже потные, мы в Дубае, и за нами золотой рынок. Гуляли сегодня очень много, снимали вам много видео, надеюсь, вы уже всех посмотрели. Сегодня дубайский золотой рынок, наша конечная точка. Попробуем показать вам, насколько богат Дубай золотом. Попробуем. Расскажем, как покупать, как торговаться. Все про золото, в принципе, Наташа рассказала еще в аэропорту Дубай. Смотрите видео вверху и по ссылочке в описании. А сейчас разворачиваемся и начинаем идти. Вот он какой. Ну что ж, идемте посмотрим, что это такое дубайское золото. Вот он, рынок состоит из магазинов. И магазины уже начинаются с самого начала. Очень много разных ювелирных изделий, цепочки, браслеты, кулончики, все, что хотите. Ну и цены, конечно, разные, то есть можете торговаться, но вам все равно будет поставлена цена за золото, да, Наташа? Какая-то... Ну, мы не знаем, сколько сегодня грамм золота, но вот, допустим, выше грамма золота вы сбить не сможете. В принципе, есть магазины, которые продают уже как бы изделия действительно с ценой фиксированной. Но постарайтесь узнать, чтобы действительно, когда вам говорят, и опять же повторюсь, что вам говорят о том, что такая цена, это дисконт, сегодня скидки, сегодня только для вас. Когда вы перемножите сегодняшнюю цену на золото, а она всегда висит в магазинах. Мы попробуем показать, если у нас 18 карат, 22 карата и 24. Вы умножаете на вес, прибавляете максимально 10% к этой сумме, 5% налога. Кстати, для туристов 5% налога вы можете вернуть потом. В аэропорту. Мы показывали это видео. Показывали, да. Вот. И вы должны сами для себя понять. Вам оно надо? Вам или оно нет? Надо? Вы готовы заплатить эту цену или нет? Но если нравится изделие, конечно, берите. Конечно, покупайте. И получайте удовольствие. Сейчас просто я вам покажу. А что это за цифры, кстати? Я думаю, это граммы. Это граммы, да? Я думаю, это граммы. Смотрите, какие красивые есть колье всякие. А что это за фирма сейчас? Сейчас даже посмотрим, что за фирма, что за магазин. Очень много фирм есть также, ну, магазинчиков есть также в молах. Так что вы там тоже можете зайти, купить и не думайте, что там будет дороже. Возможно, даже там будет дешевле. Что за фирма? Канс. А я думала, это вот где самое большое кольцо. Вон здесь. Ой, какое красивое ожерелье. Боже, 272 грамма. Даже не предположу, сколько оно стоит. Очки что, золотые? Да. А ладно. Чего? Давай умножим. Золотая отправа? Давай умножим. Я сейчас предположу. Это, например, ну сколько это каратов? Ну ладно. Но это не 24. 22 или 18? 18, я думаю. 18 каратов. Так, а еще будет знать, сколько сегодня золото стоит. Какие браслеты интересные. Ну пускай 205 дирхам. Ладно? Не, ну это, ладно. 205 дирхам это... А это 20... с бриллиантами. 205 умножить... А чем это испачкать, господа? 205 умножить на 272... 42. Это только лишь за золото 55 846 дирхам. Это только за золото. Это только то есть не за изделие, не за работу, только за золото, мои хорошие. Еще вы добавите 15% плюс. То есть это будет еще сколько? 600 плюс. Ну, короче, 1000 накиньте и покупайте колье. Часы разные. Вот эти просто какие красивые, необычные. Вы найдете, наверное, их только в Дубае, мне кажется, вот такое вот. Такое изобилие разных-разных браслетов, разных-разных бус, разных сережек. Сейчас мы вам покажем. Знаешь, что я еще хочу сказать? Да, Наташа, говори. Смотрите обязательно качество, обязательно. То есть смотрите, да, присматривайте. Да. Расскажи, как ты чуть кулон не купила. Если вы не видите плохое зрение и маленькая деталь, то просите увеличительное стекло. У них у всех есть, они дают. Просматривайте, потому что у меня была такая ситуация, когда я смотрела кулон, ой, он мне так нравится, все-все-все, а потом присмотрелась. А действительно, одна зазубринка, ну что, то есть некачественная работа. И он мне еще не хотел даже скидку делать. Даже скидку сделать, он хотел просто губцами загнуть как-то, да, или подломать. Да, да. Зали парень, ты чего вообще, типа, да, кустарно, да, сделать и протолкнуть нам. То есть хотя это было в Ильяне, где туристов вообще, да, мало. То есть мог предположить, что мы резиденты. Не спешите, не спешите, как бы, ну как, если. В общем, опять же, такой совет от Наташи, а поверьте, она специалист нашего канала по золоту, парфюмериям и вообще по всяким модным вещам. Не самое кольцо. Вот то, что все смотрят, народ, вот оно, самое большое золотое кольцо в мире. Но мне кажется, это раньше была другая фирма. Фирма Канс, не знаю. Вот, смотрите, мировой рекорд Гиннесса и сертификат. Вот оно, золотое кольцо, и весит оно 5 килограмм 17 грамм. И было использовано 58 килограмм 86 грамм 21 каратного золота. Вот, а общий вес 63 килограмма. Ничего не поняла, ну ладно.
Ну, это бриллиант, может, 5-17. Ну, это не бриллиант. Не откуда такие бриллианты? Это какой-то камень. Я не знаю, бриллиант или нет. Или... Ну, заходить не будем. Или будем? Заходите, смотрите, какой мужчина здесь красивый стоит. Здравствуйте, мужчина. Так. Это самый первый магазин. Какая змея красивая, смотрите. Нравится? Ну, просто необычно сделано. Ну, конечно, я бы такое не носила, я бы носила простую золотую цепочку. Кстати, а вот такие вот, очень многие спрашивают, вот такие подвески, или как это сказать, бусы. Подвеска, Олег, правильно? Куда носить? Куда носить? Это дарится девушке на свадьбу. Это как ее придано. Она это потом кладет, если надо, конечно, продаст. Но вряд ли она это продаст. Но на самом деле, я видела на женщине вот подобное колье. А где ты видела? В магазине, по-моему, даже в этом, в Джимми Молли, у нее открылась абайя. В Эляйне. У нее открылась абайя, было все черное, на черном фоне у нее было вот прямо по пуп. Это было так красиво, это обалдеть было, как красиво. Народ, насколько же он весит, ты видишь циферки? Здесь? Да. Нет, я не вижу. Сейчас, подожди. Ну, он поменьше, 239 грамм весит. Ну, я не знаю, просто мне кажется, он тяжеловато. Так что вот, это дарится на свадьбу, это как придано. И на свадьбе девушка в нем, а потом обычно как по... Они одевают, по рассказам они прячут, я не знаю. Мне вот я слышала. Я видела, что носят. Мои девчонки, студентки, то, что не носят туда. Ну, они молодые, уже другое. Смотрите, какие браслеты, народ. Просто. И бусики. А ну, какой бы ты хотела? Браслет? Да. Ну вот этот мне интересно, мне понравился. Вот этот с рубинчиками? Два левых, да. Просто он необычный. Угу. Не скажу, что мне понравился, чтобы его носила, он необычный. Угу. И вот такие вот, смотри, два браслета, которые справа. Вот какие-то. С розовым? Да, розовый цветочек на красивые, голубом фоне. Интересные, вот какие-то да. Интересные. Нет, просто здесь необычные. Ну, ты знаешь, это в принципе, смотри. Сейчас, подожди, еще покажу. Красный. Вот это вот всякие разные. Уже, мне кажется, что у меня сейчас выжимать можно. Да. А вот корона, диадема. Ну, конечно, только носится на это. А вон на iPhone обложен. На всякое Причем торжество. Причем непонятно на какой. Так, ну что, какие вам браслеты нравятся, народ? Что-то нравится? Я не знаю, как я, но надеюсь, покажется. Вот просто нужно выбирать. Рябит глаза, рябит от золота. Нужно выбирать. Кажется, что выбор есть, но именно искать ваши, если вы, конечно, готовы. Ну, чтобы вы понимали, это не один магазин. Вот вся улица, и каждый магазин справа, слева – это магазин золота. Ну, и это качественное золото, это не это а вот не клиточки, подделка. Кстати, да, не подделка. Это 20, ну, это чистое золото, 999 карат, это... А вот 645, 600 грамм, да? Это, то есть, полкилограмма на шее носишь. Ну вот, умножайте на цену. Где-то было 200 с чем-то дирхам за 22 карата. Да, иногда и специи здесь продаются. Так. О, Дамас. О, давайте в Дамас зайдем. Мы этот магазин любим, тут очень интересные всякие есть изделия. Идем, зайдем. Я надеюсь, не откажут в съемке. А еще о бриллиантах рассказать? Ну давай, сейчас. Боже, как холодно. Hello, good evening. We know your store. We were in Abu Dhabi, in Al-Ain. We like your store. Yes, thank you. Так, Наташа, ты какой-то кулончик себе придумала, да, вот какой-то? И пытается его найти. Very hot. One water? No, water no. One bottle, please. Yeah. Ничего бы не попить. Я не хочу. Магазин Дамас, он очень приветливый, поэтому сюда любим заходить. А how much 1 грамм? А, окей. Смотрите. 22. Вот смотрите, здесь всегда будет, и оно не может быть по-другому. О, thank you. По-другому никак не может. Это сейчас по всему Дубаю, можно сказать, по всему миру, да? Ну, по всему, в Эмиратах точно. Вот, в Эмиратах. 24 карата цена, 22, 21 и 18. Да. Вот. Так что вот такие. Thank you, my friend. О, водичку можно попить. Так, Наташа, давай, что там? Хотела какой-то кулончик. Наташа придумала. Не знаю, круглый. Mm-hmm. Вообще здесь, конечно, необычные вещи. Anything from diamond, madam? Like this collection is for partial jewelry, diamond jewelry. Ага. Pendant only this? Pendant here, that is also pendant there. Мальчик прятался, все равно попал в камеру. Ага. Промоушен? Yeah. Вот какие-то скидки есть, кстати. Ну, сейчас посмотрим. Не, ну тут арабские изречения, он симпатичный, но...
Как-то мало все это. Маленький, ну, маленький. Это магазинчик маленький, но очень приятный. I want like this, but it's... Таша хочет что-то круглое, золотое. No, like this. Just gold, but without any signs. Any signs, any stone. Like this one, brown one, just round. Round, yes, round. А ну, Наташ, посмотри. А ну, такой. Давай посмотрим, чего. No. This is real collection. Like sun. It's like full. Sun. Full. Sun. Sun. Understand? Like sun. 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 Yeah. Sun. Sun. Like sun. Не sun, а sun, солнце. Красивые какие кулончики. В общем, сейчас что-то присмотрим интересное, возможно, тогда покажем вам уже. Браслеты, бленду, он еще должен. No like, but without any anything. В общем, Наташа все еще ищет свой кулончик, пожелайте ей удачи. Так, Наташа уже на браслетике. А красивые все-таки в Дамасе. Они обычные, да, как бы такого ничего нету, как только что мы показывали какие-то цветочки, там это, но они классные. Вот реально, дай покажу, сейчас подожди видео. Короче, пришлось Наташу оттеснять, чтобы вам снять. Но вот они классные, я не знаю, мне нравится. Мне нравится вот такой. Вот такой. Дальше вот такой мне нравится. Вот такой. Ну вот эти вот мне нравятся, все такие вот прикольные. Слушай, тут много. Понятно, это еще. It is gold, but look like diamond. Yes, yes, yes. Как это? It's gold without diamond. Yeah, without diamond, but without a shine like this. Прикольно. Оно блестит как бриллианты, но это не бриллиант. Это тоже прикольно. This look like a studding diamond because of the setting like that. А какой поменьше? Очень приятный продавец. Да, тоже классный. These are a twisted one. Очень контактный. В Дамасе, даже если вы ничего не купите, вам предложат вот водичку и просто нормально с вами пообщаются. А it's how many carats? 18 carats. 18. А look like 22. 18, 22. А это Наташа 22, да? Ну, different. Видишь разницу, да? Хорошо. А 22 here? 22. No? No, 22. Only 18. Today only 18. No, this shop belong to 18. 22 we have different shop. Different shop. In the main street. Store, в общем, на главной улице только 22 карата. Ну вот тут симпатичный. Вот я даже не сказала, что 18. Очень красивая. Ну, Дамас это как бы. Дамас это супер. Такой легенький. Сколько ж он весит? Ой, красивый, слушай. Слушай, тоже блестит. Сейчас. Слушай, ну я... Да нет, вот сумочку. Да. Тоже блестит. Она будет некрасива, наверное, да? А на другую рукой день там ну, я хочу серебро, на эту ты хочешь. Да. Но я не знаю, как они должны совпадать. Вот это вот что за вставочка? Это серебро? Это белое золото. It's white gold. It's white gold. This is white gold. White is zero. Как вы думаете, Наташа идет? Check this one also, this is also very nice. Попробуй еще несколько, давай. А потом вот, чтоб... Ну, это тоже такой же размер. Сравнили. Same size, yes, maybe. Yeah. А что ты не хочешь попробовать? Хочу. Мне это тоже очень нравится, вообще прикольный. Чем Ташка вся в золоте. Не, а ну покажи. Но он немножко просто... Нет, это они должны оттеняться, они два одинаковые, они как, ну, соперничают. Мне кажется, тебе нужно такого, чтобы не соперничало. Но в принципе они подходят друг к дружке. Но этот большой, а этот маленький. Ты же так и хотела. Большой и маленький или кулончик. Будем пилить руку. Все, не снимался, будем пилить руку. Но потом нужно себя. Даже если не понравится, цену узнать, чтобы мы рассказали просто зрителям цену. Ой, классный, слушай, мне этот нравится. Ой, классный. Не, ну я не знаю, как это, но, слушай, они мне все нравятся, такие золотые браслеты, хотя я цепочки предпочитаю. Но они очень-очень легкие. Ну, а этот тяжелый, да, такой? Ну да, а ну сейчас, сколько тут грамм? Liquid, 8 грамм. Ага, 8. Ну, 8 грамм теперь умножайте. Ой, это прилично. Это прилично.
Ну как, они блестят неплохо вместе. А ну смотри. А ну покажи еще раз. Ну по цвету, в принципе, ну не знаю как. А тебе как? Вот это симпатичный, да, А ну убери третий так, тогда. Вот да. Этот. Убери третий, It's да. Not. Потому что мы не поймем там. Да. А ну теперь два. А нету большого зеркала. Do you have a big mirror? No. Mirror. А, ну да, это далеко. Далековато. А ну подожди, дай мне зеркало давай. Дай мне это зеркало, я его пушу. Просто. А как ты его подержишь? Вот так вот, да. Оно тяжелое? Тяжелое. Я хотела его опустить, чтобы ты постоянно. Ну, смотрите, как человек выбирает золото. Просто вот, ну, меряет. Ну, по размеру он подходит. По размеру оно хорошо. Ну, это же, допустим, вот тебе комфортно, когда ты трясешь рукой, когда они звенят там, ну, я не знаю, как бы, ну, вот так. А ну, потряси, потряси, и это звенят. Конечно. Кажите. Это мы в Гонконге купили. Смотрите, какой прикольный серебряный. Это в Грузии. В Грузии. Так. А вот это? Не-не-не, вот здесь. This is tricolor. Ага, окей. Rose gold. White gold. Подождите, три цвета? Ну да. Розовое, золото, ну, розовое, белое. Rose gold. And желтое. И желтое. Ага. Прикольно. Видите, нам что-то простое нужно вот такие. Да. Вот. Простые какие-то кулончики, сережечки. Ну как, покажи мне. Не знаю. А ну, покажи. Нет, наверное. С этим нет. А, убери первый, потому что, ну, если This ты... No. Если покупаешь этот, вот, надо просто... This one? Yes, yes. А ну, покажите. Нет, не нравится мне. Не нравится, не бери, нравится. Конечно. Нет. Вот этот. А вот эту не хочешь зверюшку? Не, пантеру, но. А вот этот? А не знаю. Он какой-то такой, листья как какие-то. Ой, ладно, я не буду тянуть. Не хочешь попробовать? Нет. Вот этот самый оптимальный был, где он тут. Вот вон он лежит. Лайк карте. Попробуй. Давай. Так, чтобы мы не забыли кулечек. А ну, покажи. Да, браслет типа Cartier. Ну, как ты говорила, да, что же, ну, так... Не, оно смотрит. Другое, но это не... Ну, не, он красивый, в принципе. Нет. Тут так хорошо, прохладно, что мы же прям здесь уже отходим чуть-чуть. Вот такие вот нет, это нет, да? Ой. Ну, вот. Он сам по себе красивый, он, но... Да, он красивый, он не если один, да. Он не сочетается. А там что-то еще может есть? Пусть он это вот даст а. Всю. Пусть он даст всю штучку. А maybe something? Ага. Ну давайте все сюда, молодой человек. Мы сейчас все уже туда. Так, а ну, народ, кому что здесь нравится? Вот этот мне? Не знаю. Он ох, какой он необычный. Ух ты. Ну тогда ты снимай тот сразу, потому что ну, он не идет, не надо. А ну. Вместе они, наверное. Ну главное, чтобы вот один не оттенял. Вот когда ты сейчас делаешь, нормально вроде. А ну покажи. Вот так. Вот они вот разные, вот реально. Вот они не забивают друг друга. А ну да, опусти кстати. Вниз. Да, посмотри. Этими вот перекатами. Что это за такие вот, что это эти буковки значит? Сначала вообще да не буковки, это как соты. Я издалека прочла Гуччи вообще. Не, соты просто как будто как делают. Соты. Вот. Да, сколько здесь грамм? Это 9 уже грамм. Это уже 9 то есть грамм. Быстренько умножили, а еще за работу мы не считали. Угу. Да, в принципе, оно так, что еще? Ну, это такое, это большое. Вот это вот, если бы он золотой был, вот этот, но... Не. А вот это вот нет? Ну, попробуй, но мне кажется, он столько грамм стоит, что у нас денег столько не будет. Да? Ну, померить-то можно. Ну, померить-то можно. Это такой самостоятельный. Он один должен быть, либо след должен быть один. Да. Давай, посмотри. Да. Мне нравится вот этот и вот этот. А ну давай сравним цену сейчас просто, сколько он будет стоить. Пусть он посчитается за работу.
Мне потом уже надо сказать, Вера, сколько стоит. Ну, слушай, они втроем вообще хорошо смотрят. Ну, знаешь, втроем лучше, чем вдвоем. Да, не говори. Сры бета зенту. Сры бета зенту. Без аута не дал. Без сомнений, слушай, прикольно, вот реально. А ты можешь дать этот свой большой отдать и взять два маленьких? She can give you one this back and then take this one. No, I like this. Ну, я шучу, конечно. Я знаю, что ты его не отдашь. Это такой прям... Хорошо, давай посчитаем цену. Давай цену тогда. No, I don't want to. She wants to look like yellow and yellow together. No, I'm telling you, I want this side. I want the, on this side. I want this. Ну, очень сейчас тогда посчитаем цену и расскажем вам. Сейчас попробуем узнать цену первого браслета, который Таше понравился. Again? 1980 дирхам. Сейчас Наташа посмотрит, сколько это в граммах, да? Ты посчитаешь, сколько это в граммах и сколько взяли за работу, какие проценты. This all Italian collection. Это итальянская коллекция. Наташа, уже есть итальянская сумочка. Мотиволи, смотрите видео в описании. Это 165-75, видите, здесь сразу же умножаете. 1382. И вот это вот полная цена золота только, 1382. Так, и сколько же, что там? За работу. Боже, Даша какие-то подсчеты делает, да, я буду показывать. Не надо, подожди, ты меня сейчас опозоришь. Наташа всегда высчитывает точно, сколько стоит золото. Так, и плюс 1382, 355 умножить на 0,05. Ну вот как бы вот где-то так. И вот так оно должно стоить, да? Ну, я считаю. То есть где-то на 300 этих. Uh-huh. Do you have any discount if I give my number? Because we buy in Damas. No problem. We will check the best price for you, but no problem. Окей. То есть нам еще... Так, а то есть в таких магазинах можно торговаться, а да. How much Please this? Remove this one and put this again, that one. Потому что мы делаем фотографии, Наташа сравнивает. Yes, please, wear this again. Ага. Так, сейчас узнаем цену того браслетика. Ага, а это стоит 2430. Ага, видите, почти на грамм больше. Сейчас Наташа за это посчитает, сколько примерно можно торговать. Тоже вы смотрите обязательно, как я вам уже говорила, сколько... Сейчас покажется, сколько 18 карат, сколько 21. И потом вы все это умножаете и получаете только золото. А уже цену за изделие, ручная работа, все остальное, цена магазина. Ну вот такая красота. Вам какой понравился больше? This one. Да нет, это какая-то синяя фигнюшка. Говорит покупать. Ну, Наташа себе мечтала еще о втором браслете. У нее день рождения скоро. Поэтому она ищет подарочек. Пальмочки какие-то. Ну, такие, ну такой. Если у нас было дофига денег, конечно, мы все покупали каждый раз. Сувениры, да. А так, конечно. Так, что-то я не понимаю. У меня выходит вот такая цена. Он хочет это. Он хочет 24.30. На 600 дирхам. На 600 дирхам. Что-то я не это. Так, а что такое? We think it's too much price. Да. We think price. Because she... It's special than this one. It's special than this one. This is a little special price. And? This is Rabota is little high. No, okay. So how many... Discount? How much discount you can give for this? This one, I'll check for you. Не, чек, please. And I can give my number, because we bought... No, а ну, подожди, дай вот это... Снимите с меня это. Тут, ну, пальмы нет, а вот это тоже нет, наверное. Да нет, это херня. Слушай, ну, если ты хочешь браслет, то вы, там давай посмотрим браслеты, как бы, потому что, ну, блин, кулончик — это кулончик. Тем более здесь три кулончика, не, кораблик, здесь... пальмы. Но если ты не увидела, он тебе в душу не запал, зачем такое? Сколько? 2270.
200. Может, я неправильно считаю, слушай. Okay. Can you count with us? Because maybe we count wrong. Okay, how many grams and how many... This is 9.4 euro. Yes, yes. Okay. So, and price... Сейчас мы с продавцом все посчитаем. This price is including VAT. VAT, mm-hmm. Yes, yes. VAT. This VAT is included here. Mm-hmm. And your job? No. Yeah, 160. То есть вот, смотрите, вот сколько стоило, сколько мы сразу сбили на 200 дирхам почти. Вот. Да, пожалуйста. 2272 is coming, 2270. It's included gold, your job and... Gold, making charge and tax. And tax. Yeah. То есть включает золото, работу и налоги. But tourist tax-free. If a tourist? We are not tourists. We are not tourists. We are not tourists. It's problem with me, we are not tourists. We are not tourists. Мы, нам не возвращают ваты. Сейчас. Наташа обычно хорошо высчитывает, она знает, вот, насколько вас накололи. 15, 65, 22, 70. Depend on design and quality, madam. This quality is very good. Good quality. And design also, different designs are there. Ну, вот такой вот дизайн этого браслета, народ, смотрите. Какой. See the finishing of the jewelry, it's very clean and bright. Красивый, красивый. Давай clean. Подумаем, а? Можно я сфоткаю это? Даша хочет подумать, в общем, и может быть, мы когда-нибудь его купим. Ну, смотрите, Наташа, он зато второй браслетик. Можно немножко двигаться и уходить, и заканчивать видео. Нет? Не, ну как, хорошо же так. Да шучу я. Это вовсе не лайфхак, народ, это так. Просто мы так пошутили. Рассказываем, как мы покупаем золото, как мы считаем. Окей, тогда это снимай. Remove this. Что-то, то есть тебе это не очень понравилось, тебе не, вот не, только вот если это, только да. Вот это вот. Да, да, да. Выбор, но я должна, брать. Я сейчас должна подумать, сколько, готовы ли мы... Да, готовы ли ты столько open? Заплатить yeah, на свой день рождения? А, it's put press. This is press and put. Наташа всегда не любит такие застежки, боится потерять браслет. Да, да, да. Так, народ, ну такое вкратце видео, мы вам покажем еще дальше рынок. Ну что, народ, вышли мы из магазинчика. Наташа пошла сесть считать. У нее есть какая-то формула. Она высчитывает, сколько стоит золото, которое как раз вот должно стоить для нее. Она считает, что это дороговато. Все равно в конце уже нам дали цену 2215, но это все равно. Ну да, на 55 дирхам дешевле, но это бред. Если мы серебро покупали, я понимаю, то золото. Вот. Наташа сидит здесь. Высчитывает по формуле. Вот, а я покажу вам. Высчитывает по формуле. Да, весь золотой рынок. Вот, чтобы вам было интересно. Смотрите, еще сколько разных браслетов здесь есть. Но, скажем так, Дамас очень такой вот популярный магазин среди местных. Там не ломается ничего. Я думаю, что здесь ломается что-то. Ну просто мы не знаем эти магазины. И в Дамасе вот Наташа уже покупала себе браслет, она очень им довольна. И хотела бы купить либо кулончик, либо. Такого братика к браслету, можно так сказать. Вот, кстати, тоже браслеты неплохие, но Наташа реально влюблена в Дамас. Вот, так что очень много всякого золота есть. И смотрите, как продавец, он лояльный, дал водичку, приятный, отвечал на вопросы, разрешал снимать. Дал сфотографировать все. Смотрите, какие черепа здесь. Кто любитель вот такого золота? Просто очень много золота, очень много. Ну и вперемешку, кстати, сувениры идут. Если вам нужно серебро, вот серебро в боковом, видите, написано серебро. И оно в боковых отсеках золотого рынка. Вот здесь много людей, золото, бриллианты. И столько интересного народу, просто вообще. Просто разные-разные люди. Разных национальностей, такие все красивые какие-то, я не знаю, вот просто здесь гулять одно удовольствие. Народ, ну пишите комменты, как вам видео про сегодняшнее золото. Показали вам и рынок, и магазинчик, когда же нужно торговаться. Ох, поверьте мне, сейчас я вам покажу, конца рынка пока не видать. Вот, смотрите. А это вот начало, вот шли мы с вами оттуда и... Я скажу так, еще не прошли мои половины.
Не могу сказать, что изделия повторяются, они разные. Смотрите, какие разные. Это, по-моему, кстати, уже 22 карата, то, что Наташе нравится. Кстати, возможно, что она пойдет и посмотрит в других магазинчиках. Но вот ей тот браслетик понравился, это Таявский, конечно. Вот серебро, куча серебра. Это, судя по блеску, бриллиантики. Наверное, я быстро проношу, да, вы бы хотели посмотреть. Прошу прощения, исправляюсь, подхожу. Не знаю, как вам, а мне просто вот такой блеск просто в глаза. Слиточки, а вот эти просто блестят и переливаются. Мега. Ну и кольца, конечно, есть. И бабочки, пантерки. Кто любит жемчуг, пожалуйста, любители жемчуга, здесь есть тоже на ваш вкус и цвет. Ух, какой котик. Привет, котик. Котиков в Дубае очень много, я уже вам рассказывала. И они, похоже, здесь хорошо себя чувствуют. Так, ну просто вообще тут не кончается. Золото, заворачиваю, снова возвращаюсь к этому ряду. Ну это просто нечто, конечно. Такие сережки, ого. Здоровые такие, больше, чем мои пальцы. Сережки тоже разные. Вот эти красивые колечки. Золото с разными камешками. Ух, какие подвески, смотрите. Красота. Что-то таиландская, индусская. Ну тут просто вообще просто. Даже статуэточки есть, смотрите, а? Таиландская Будда, какие-то еще маленькие статуэтки. Ой, вот это вот, да, вот это я хотела вам показать. Мама дорогая, посмотрите. Это уж точно только на свадьбу. Ох, какая красота. Кстати, а народу здесь много. Народу здесь просто очень много. То есть магазинчик популярный. Как он называется? Gold House. Золотой дом. Вот это золотой домик, вообще ничего так себе. Даже страшно подходить. Золотой кошелек, чтобы вы понимали. Это здесь еще какая-то золотая бутса была, помню. Я делала фотографии, но я уже не найду, наверное, этот магазин. Вот. Ребята покупают, женщины ждут. Ну, в таком пройтись я даже не знаю. Тут, наверное, тяжковато. И туфельки с позолоченными носочками. Красота. У меня от золота уже в глазах ревит, честно. Это все золото, друзья мои, золото. Ну, и вон какой рынок дальше длинный. Фу, народ, жарко, капец. Ну, спасибо за внимание сегодня, что были с нами, смотрели видео. Может, чем-то помогли вам советами. Вообще, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами мы, Ромашка и Наташка. Всего вам доброго, до свидания. Всем очень приятных украшений желаю. Пока.